Ну что ж, дорогие друзья, с вами Казуха Фэмили, и мы продолжаем игру «Охотник за трусами» в стиле 90-х аниме-тематика. У нас главу первую прошли в прошлом разу, можете потом посмотреть. У нас будет вторая глава за Анку Арае. Вот. Так что, в принципе, присаживайтесь поудобнее, готовьте чаёчек, кофеёчек. В принципе, у кого что. А мы, в принципе, приступим такую ламповую атмосферу игры. Так что, в принципе... Так, подожди, единицы. Ну да. Ух ты. Даже этот поменялся. Секции. Сама, кстати, атмосфера вот этих журнальчиков довольно. Капитан футбольной команды, да. Капитан футбольной команды. Она была уважаемой. Подняла женский футбол. Кривые конспекты. Ага. Ой. Ножницы, а где они? Так, подожди, ножницы. Есть. Успели взять ножницы, да? О. You've already come. Ничего себе. Неплохо. Так. Let's talk about it later. Mm-hmm. Football starts now. Football? There's just... My sister is asleep. Сестра and the TV is... Сестра? How are we gonna wake her up? Mm-hmm. Так. Like this idea. Ничего так. Put food on the plates. Да. They're in the... На скорость. What a slowpoke. Тормоз. My sister's food is just awesome. Ну давай. Whoa. Uncle. Yes, sister. А, вот и её сестра. I haven't saw. Ну тоже неплохо, можно этот скрин сделать. Так. Yeah, it was very tasty. But I... Yes, it's all right, sister. But... Съели, короче, всё, да? Sister, meet my friend. We've been waiting for you to wake up.
today? Oh, for sure. Sorry. That's all right. We'll see you later. Oh, okay. Mm-hmm. I'll come later. Let's go. Would you like... Прикольное кресло. Oh, there are no... Shit. Так, подожди, а как перерезать? Well, I found the batteries. Подожди. Я что, не то перерезал, что ли? Now we can watch football. Так, я не пом... Серьезно? Блин, в смысле я не то перерезал? Подожди. А давай. Опять? Ладно. Тогда про... А, скип, точно. Так, ну... Ну, давай карри, допустим. Так. Хорошо, поговори пока с сестрой. Текс. Я не тебе, по-моему, провода перерезал. Сейчас она скажет. Сейчас. Так. Ну, перерезай. И правый, наверное, да? Блин. Да ладно. О. Отлично. Now we can watch football with you. Смотрите. В смысле ни с чем? Я же забрал. Какого хрена? Батарейки в правом шкафчике? Смотри. О, батарейки. Так. Да. О, я не знал, что у тебя есть сестра. О, кстати, можно делать скрин. I didn't. She doesn't really. Футбол. Пуль взять, я, например, сделаю. Да.
Да, пульт. На кухне идите в комнату Анка. А, вот комната, да? Тоже неплохой скрин можно сделать. Так, подожди. Так, подушка. Ага. Окей. Раз. Два. Ну, вытяжка, подожди. Так, выпал ключ. Sorry. Ага, она отойдет, окей. Ой, подожди. Подожди, как обратно вернулся. О, what did you say? Так, подожди. Значит, по новой надо сделать. Сейчас всех. Так. Блин. Почему я пропустил? Подожди. Так, ладно, подожди. Так. Шкафчик. Подожди, вот этот. Батарейки, окей. Я комнату пропустил. Да. Погнали. Так. Would you like to get thrown in a chair? Or would you like to just sit in a chair? Третий вариант сейчас. Well, what do you think about... Сестрица, окей. Типа, мы не знали, что у тебя прикольная сестра, погнали. Так, твои сестры. Фанатка футбола. Давай. Что ты не нашел? А, не нашел все улики. Так, сейчас. Ключ. Yes. Да, отходи, конечно. Так. Погнали. Так, на какой ящик? Подожди. Подожди, а где ящик? Может, на этот, типа? Нет? Может, на этот? В смысле?
Подожди, а на какой тогда? Подожди, а где тут еще ящик? Стоп. Еще бардак. Зеркало. Блин, ну написано же. На какой шкафчик написано нажать несколько раз? Раз. На какой надо нажать несколько раз? Это по нижней полке. А, так это не то, не та, что ли, комната, что ли? Подожди. Не понял. Где там шкаф? Стоп. А где? Здесь что ли шкаф? Или где? О! Hey. И чё? You pervert. Нифига себе, успокойся. Calm down, sister. Интересно, это потом открыто будет. It's just a friend. Why did you do? You see now? I love you too. I will become a world champion in football. Yeah. Да, вторую концовку мы получили, да, значит? Это какая-то это. Так, осталось получить какие-то мечтательные и куча, получается, по ходу достижений, да? И вообще, с концовку настоящую мы открыли. Так, сейчас. Ладно, начало, правда, но ладно.
придется подать. Так, будем когда пытаться поначалу делать. Так, и дополнительные сцены надо не забыть открыть. Так, подожди, никого нету. Мусорка. А, подожди, фрукты. А. Вор. Так, взять батарейки нужно, да? Так, возьмем батарейки. Так, есть новости, давай. Так, подожди. How are we? Так, подожди. В смысле, помогите. Yeah. What? Опа. Well, you didn't just come here. You'll get to. No, no, wait. Так, помочь ей. Окей. Well, I'm just. But. Let's go to my. Казоку. Well. I'll be sitting in the. Oh yes, you. If. Her. Oh. Can you help me there? And посолить. Thank you. А, в ее комнату. Комнату сказать нет, серьезно? Подожди. It's... Okay. Да, подожди. Hey, are you... Нет. Так, первая концовка, накормить рыбку. Подожди-ка. Ладно. Хорошо, типа помочь ей. Окей. Давайте попробуем ей помочь. Окей. Подожди, а как рыбок покормить? А, вот. Ah!
something. Okay. Hey, are you... Ну, давайте еще раз попробуем. Это получается взять батарейки и приложить здесь камень, да? Ну, давай попробуем там сейчас батарейки. Давай. Попробуем. Так. Так, стоп, возьмите, когда вы будете. Окей. Так. Like what? Well? Футболист. А, мы открыли футболист. Окей. Так, сейчас. Так. Помочь ей. Так. Юкари. Так, подожди, и выберите, да? Трус. Так, ладно. А что тут выбирать надо? А, если только так. Нет. А, ну если не помогать. Ладно.
можем выбирать третий вариант. Так, ладно, сейчас поверну. А, тогда мы в этой комнате будем выбирать третий вариант. Вау! Да. Подожди, а как? Как мне... И чё, как мне выйти из локации? Well? Блин. Не то выбрал. Подожди, когда попадешь в комнате? Не выбирать третий вариант ответа. Ну хорошо. Давай. Какой вариант? Блин, подожди. Так. Блин. И чё? И чё мне делать? А как покинуть комнату? И чё? Блин, а подожди, а как мне комнату-то покинуть? Алло? Чё, я не могу комнату покинуть? Серьезно? Блин, да что такое? Сколько там осталось? Это получается концовка пугливой? Подожди-ка. А, да, пугливый у нас почему-то недоступен. Остались... А, ну это считается как концовка, да. Интересные тут, конечно, концовки. Сколько там уже по времени выходит? 35 минут, нормально. Так, подожди, а как тогда получить пугливо? Очень интересно, как это получить. Реально, а как пугливого получить? Так, а сцену мы дополнительно открыли. Так, подожди-ка. Сестер.
свободы сестер мы получили. Да, получается, Анны. Так, наверное, сцены. Получается, золотая рыбка, вкус славы и школьный бал, дополнительные сцены, да? Так, ну давайте попробуем. Пугливый получить. Так, подожди, а если не брать батарейки? Допустим. Я помог бы эту концовку получить. Так, ладно, давай попробуем. Заснул, забавно, забавно. Так, подожди, когда попадешь в комнату с батарейками, покиньте комнату Юкари и нажмите на дверь. А, так может надо пульт просто отжать? Подожди. Понятно. Так, подожди, скип. Давайте попробуем. Я же как-то выходил. Подожди, да. Давай. Накладывай, ну. Давай, 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 давай. Да есть, ну. Так, ну. Давай. Так, ага. Ну, милая, давай. Начинается, давай. Да пульт забери, мать его, так. Давай, забирай. Так. Вы испугались? Так, возьмите батарейки и предложите сесть. Нажмите на вытяжку, вернитесь в комнату, нажмите. А, окей. Так. Так, давайте возьмем батарейки. Скип. Так, что там? Предложите сесть Карри. Там же, да? Так. Ладно, подожди-ка. И пульт надо забрать, походу, да? Окей. Я, короче, общий смысл, в принципе, понял. Так, ладно, не знал, что у тебя есть сестра. Так, ладно. Вот мы типа вышли. Кто? А, вот точно. Что? Sorry. А, отойти. Так, ладно. When my brothers come over.
неуважительный. Так, неуважительный было. Подожди, а вкуснятина у нас разве есть? Не, по-моему, вкуснятина нет. Возьмите предложить, я не знал. Окей, давай. Подожди. Так, возьмите батарейки, ну давай. Так, скид. Батарейки. Предложите себе скари, да? Ну все, предлагаю себе скари. Можно, в принципе, про соль сказать. Сестрица. Мы сейчас, типа, будем футбол смотреть. Туда-сюда. Давай. Would you like to get thrown in a chair? Or would you like to just sit in a chair? Давай. Давай. Так, я не знал, что у тебя есть сестра. Давай, пульт забрать. Давай. Я все забываю, что пульт можно забрать. Так. Идите в комнату. И на таблетке щелкать надо, да? Так, что это? Так, стоп. Окей. Какие улики, подожди. В смысле улики, не понял. А чё, какие улики, не пойму. Что-то не пойму, какие улики, нахер. Подожди. Предложить съесть карри, давай. Допустим. Так, подожди. Возьмите сестру и выберите. Давай, доесть, допустим. Давай, погнали. Давай, я и не знал, что у тебя есть сестра. Так. Ну, таблетки, допустим, не? Ну чё, вернуться можно? Или как? Я нашел не все улики, серьезно.
Да что за фигня? Как мне это пройти этот, блин? Вкуснятина, возьмите батарею, я что-то не пойму. Как вкуснятину открыть, я не пойму нифига. Я не могу открыть эту почему-то вкуснятину. Как ее открыть? Это очень странно, они аккуратно так сделать. Ладно, давайте вкуснятину пропустим пока что. А потом попробуем. Так. Так. Но у нас другие варианты, по-моему, получится. Может, третий вариант попробовать, подожди. Можно будет с собой взять. Погнали. Давай. Но без пульта, по-моему, она не даст нам это ничего сделать. Что? А, часы. Так, нет. Не берите батарейки, предложите Каре. А, так подожди, домашний уют у нас есть. Так. Well, I found the batteries. А чё так орать-то? Подожди, давай постучим. Давай. Громкий закричать. Берите батарейки, ну окей. Давай. Так, я тебя пришел сообщить. Так, подожди. А, и помочь ей. Let's go to my... Так. Oh, yes. Мы успешно выучили все предметы, закрыла сессию и стала чемпионкой по футболу в Японии. Ага. На зеркало. Ну давай. Ну давай попробуем. Если, конечно, получится. Давай. Да, есть. Я не понимаю, почему у меня не получается то достижение открыть. Это очень довольно
как бы сказать, странно. Так, давай. Ну, допустим, я не знал, что у тебя есть сестра. Так, ну тут зеркала нету. Давайте попробуем взять пульт, выйти в комнату и зеркало нажать. What are you doing here, freak? Так, вернитесь. Так, возьмите батарейки, у меня есть новости, и помочь ей. Окей. Давай. Есть новости, помочь ей. Давай. Попробуем так. Давай. Помочь. Взять пульт. Чего? Что скажете нет? Сказать нет. Нет. А, это сыщик было. Так, подожди. Помогите ей 3 раза посолите карри и покормите рыбку. Угу. Хорошо. Так, у меня есть новости. Так. Ну так-то прикольно, в принципе. Довольно забавно все, конечно, сделано. Геморройно, конечно, повторять выборы. То есть тут как бы нету сюжета, тут надо выбить достижения. Вот это самое непростое, конечно. Так, подожди. Давай. Угу. Так, подожди. Посолить 1. Посолить 2. Посолить 3. И покормите рыбку. Давай. И нажать да. Have you finished already? Thanks. Ah. It's. Let's. Okay. Hey, are you? Да. It's that. Мы прямо как семья. Интересно. Так, никудышный повар. Забота. Ладно, давайте попробуем, что там. Так. Окей, возьмем батарейки. Батарейки. Так, подожди. У меня есть новость. И помочь ей. Давай. Так. Где тут помочь? Помочь.
Алекса. Так, также возьмем, наверное, пульт. Давай. А, нет, наверное, автоматически пойдет, да? А, в комнату Юкари. Да. Никудышный повар. Да. Возьмите батарейки. Три раза посолите карри, но не кормите рыбку. Окей. Посмотрим, сколько тут осталось достижений. Так, ага. Погнали. Помочь. Ну тут как бы есть сюжет, такой мини-сюжет, в принципе. Вы на звуки не обращайте внимания, это я с джойстика тыкаю и играю. Вот. Sister. Чтобы быстрее диалоги пропускать, потому что мышку просто замучаешь использовать. Так, давай. Погнали. Так, три раза посолить карри. Раз, два, три. Вернуться в комнату и нажать «Да». А. Угу. What's wrong with you? Have you not been fed? Ну ты погиб. Забавно. Не берите батарейки, предложите. А, не берите батарейки. Так, окей. Так, предложите есть карри, да? Так. Угу. Окей. Давай. А, просто, я так понимаю, дождаться, да? Ага. Shit. Дождитесь возвращения. Окей, сейчас дождемся. Потом получается взять батарейки, съесть карри, выбирать. Я не знал, что у тебя есть сестра. Идти в комнату Анку и кликнуть на таблетки. И вернитесь в комнату Юкари. Сейчас посмотрим. Не помню, был лузер или нет. Well, I found the batteries. Now we can watch. Окей, сейчас вернусь тогда в главное меню. Осталась, наверное, забота и вот то, да, скорее всего. Так. Ну да. Осталась, походу, забота, вкуснятина. И, в принципе, все. По-моему. Походу, галочки стоят где надо, и там останется потом пройти... Сколько там уже по времени? Блин, не видно. Час нормально. Так. На-на-на. Так. Возьмите батарейки. Ну давайте сейчас попробуем. Mm.
загрузила, наверное, да? Так. Возьмем батарейки. Предложись сесть Каре. Так, предложили съесть Каре. Так, давай, я и не знал, что у тебя есть сестра. Давай. Но она нас, по-моему, с пультом не отпустит, если... Да. Теперь идите в комнату... Анко. И кликните, вернитесь в комнату Юкари. Так, стоп, подожди. Серьезно? Есть фотки? А я не знал. Так, подожди, сильнодействующие препараты. В смысле рано? Почему рано? Она, а он не хочет возвращаться туда, типа он не все. Улики нашел. Ой, подожди. Sorry. Must be my sister. This is none of your business. God. It seems like you're a good guy. Краткосрочной памяти. We don't really. We've tried different. Sometimes she forgets that she just fed the fish. Она забывает покормить рыбу. А у нее типа склероза. But I don't lose. I want to become a professional fo- Помочь сестре? Nope, they've- Well... Что? Oh. А, ну заботу мы, кстати, смогли сделать, заботу. Так, давайте тогда последнее попробуем сделать. Так, сейчас, где это было? Да блин, подождите. Вкуснятина, да, по-моему? Сейчас. Возьмите батарейки, выберите, я не знал, идите в комнату Анки и кликните на таблетки на полу. Возвращайтесь в комнату Юкари, несколько раз нажмите на шкаф позади Анко. А-а-а! Короче, практически то же самое нужно сделать, то только в обратном порядке, да? Так, ладно. Текст, есть Юкари. Короче, наверное, мы уже скоро сейчас пройдем, да? Неудобно. Так, ладно, давай. Да, есть. Давай. Тик. Пик. Тик. Ну, без пульта она нас не отпустит, я так понимаю, да?
Давай. Давай, забирай пульт. Так, таблетки. А, ну понятно, после только ключа. Ну да, вы чудно провели вечер, поедая разные вкусняшки. Так. Получается, мы все открыли, да? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, три, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Ну да, походу все открыли. Теперь осталось доп. Сцены посмотреть, в принципе. Ага. А, вот оно, как это все работает. Так, мы можем, в принципе, сделать скрин. Так, ну это мы видели. Так. Ну давайте доп. Сцены. Так, ну это мы видели. Давайте золотую рыбку посмотрим, что там. С худым черноволосым парнем. В кафе. Котенка. А, он рыбку ей купил. Она же все забывает, вот почему. Ну это жестко, конечно, что она все забывает. Вкус славы. Так, и последний школьный бал.
Интересно, это получается три сцены было, да? Посмотрели, раз, два, три. Это последние три сцены от этой, да? Почему? Почему еще четыре галереи не открылось? Раз, два, три, четыре. Очень странно. Как все это открыть, конечно. А, ну тут, скорее всего, глава третья подкроет. Тут еще что-то. Глава третья. Но опять же, глава третья и четвертая. А почему во второй галерее что-то не все открылось? Это очень странно, конечно. Хотя... Вроде бы мы все достижения открыли, и все в таком плане. С Анной потом, с горячими источниками. Источники. Ясно. Да, не просто тут все открывать, конечно, в принципе. Так. Ну чё, наверное, эта глава будет короткой, ребята. Я надеюсь, вам понравилось. Вроде бы вторая глава тоже довольно неплохая была. Вот мы, получается, две истории прошли. Вот. Тоже, в принципе, вполне неплохо. Так что надо будет еще все пооткрывать потом. Вот. На глава 3 у нас уже будет в следующий раз вот Анна какая-то. Вот, тоже довольно, в принципе, интересно. Вот, что с ней будет, с этой Анной. Вот. Ну а всем спасибо за внимание. Не забывайте про лайки, про комментарии, про репосты, рассказывать друзьям. Довольно вот такая необычная игрушка, в принципе. Вот. Ну а всем спасибо за внимание. Всем до скорого. Всем пока-пока.